Добро пожаловать на канал Инстаринограмм. Меня зовут Ирина, и сегодня у нас будет распаковка с сайта iHerb. Посылка пришла долгожданная, четвертая в этом году. Не так уж и много, но заказывала большие посылки, потому что доставки у нас вот $40 и меньше не берут за доставку, только больше. И вполне возможно, что еще долго не будет мне заказов с этого сайта из-за, прежде всего, дороговизны и по ряду других причин. Поэтому наливайте чашечку чая и смотрите, что я там такого заказала на длительный-длительный промежуток времени. Вот такая коробка ко мне пришла, опознавательный знак только внутри, когда открываешь, снаружи нигде уже они себя никак не обозначают. Бумажный воздух. И что я здесь заказала? Что взять первым? Взять заказываю впервые. Клиганик, это аргановое масло. Какая тяжелая коробочка. Здесь фольга, и нужно будет ее сейчас отрезать. И прежде чем открою, посмотрим ингредиенты. Органическое аргановое масло в составе, только то, что нам и нужно. Ну и в принципе в каждом заказе в этом году я заказывала аргановое масло. У меня было Living Rose от Now. Теперь Клиганик пробую заказывать. Вот здесь диспенсер такой вот есть. Все очень по-крупному. Да, 473 мл. Пол-литра органового масла. Дело в том, что мои волосы тонкие, я больше не знаю, как им помочь. Вроде бы на кожу головы вообще никакое масло нельзя наносить. Поэтому, наверное, я вот эту ошибку буду исправлять. Буду наносить только на длину, на кончики в основном. Вот, ну, в принципе, мой парикмахер заметила, что мои волосы стали лучше, когда я начала регулярно использовать органовое масло на них. Следующая позиция. Ой, смотрите, у них даже две. Здесь это любимые витаминки моих детей от Garden of Life. Мультивитамины детские. Это такие спрессованные мишки. Там сейчас будем открывать и все вам покажу. Крышечка, смотрите, защищена от детей. Но детки постарше легко ее все равно будут открывать, как показал опыт. Вот здесь у нас пломба, которую легко достаточно открыть. Без язычка, правда, но все равно здесь ваточка. И вот такие вот мишки. Они очень вкусные и детям очень нравятся. Ну, тоже зависит от настроения ребенка. Одно время он не хотел их есть, потом только просил, как-то у него то так меняется настроение. Ну, про настроение, короче. Ну, по большому счету нравится. Когда заканчивается, он начинает по ним очень скучать и просить их купить. Поэтому я с удовольствием покупаю еще и еще. Дело в том, что это не синтезированные, это натуральные витамины из фруктов, овощей. Можете посмотреть по составу, все абсолютно натуральное. И бояться передозировки витаминов вообще не приходится, потому что все абсолютно будет усваиваться, потому что все натуральное. И излишки будут естественным образом выводиться, если таковые образуются. Далее. Это опять, я вижу, у меня новинка. Пипет какой-то бренд, вот немножечко она влажноватая, немножечко протекло, смотрите. Чувствуется влажность, но бутылка чувствуется тяжелая, полная, чуть-чуть, где-то что-то вытекло. Это такой вот гель для душа, в первый раз покупаю, но уже сделала разбор с его участием у себя на Инстаграме, я разбираю составы. Ну, составы видите на экране, как и разбор из Инстаграма, сравнивал составы с другими средствами и выбирала лучше. Вот это он у меня победитель того самого разбора. Вот я открыла, видно, что-то с пломбой произошло, потому что либо при повороте она сама, что маловероятно, но, скорее всего, как-то она каким-то образом отклеилась. Предполагалось, что должна здесь быть пломба. Раньше как-то iHerb все заматывал хорошенечко и правильно делали, потому что даже средства с пломбой могут протекать. Вот платишь $40 за доставку и как бы никакого сервиса все равно не жди. Далее у нас маска идет. Ну хорошо, хоть коробочки какие-то оказались наверху, но все равно они немножко мнутся. Первый раз заказываю такую вот осветляющую маску от Acure. Сейчас пользуюсь дневным кремом от Acure. Очень часто кремами пользовалась. Сыворотка у меня сейчас. Вот, купила маску, наконец, попробовать. Опять же, привлек ее состав, безопасный совершенно, делала разбор. Нет, не делала еще разбор. Вот, если разобрала, то поставлю рядышком какие-то изображения. Вот такой же объем, как и крем, дневной, ночной, так и у них есть различные
линейки. Абсолютно такой же выглядит. Как бы с кремом не перепутать. Здесь есть пломба. Все в порядке. Коробка плюс пломба. В принципе, очень мне нравится, как они относятся к упаковке. Далее у меня Витграсс. Это я покупаю, чтобы контролировать свой уровень инсулина. Доктор Берг на ютубе рекомендовал именно порошок из сока Витграсса. Здесь органический же вдобавок. Поэтому я покупаю. Вот сертификат USD Organic здесь есть. Вот. Ну, я вообще в процессе похудения после двух родов нахожусь. Вес очень медленно идет. У меня рост веса идет однозначно гормон зависимый. Как у всех мам, потому что стресс, уровень стресса зашкаливает. Вот, и еще инсулин может в это быть вовлечен. Но дело в том, что Витграсс — это такая вещь, которая полезна, и вообще никаких у нее побочек быть не может. Просто это, наверное, самое полезное, как брокколи, что можно себе представить. Поэтому, да, это только польза, и ничего кроме пользы. И еще такой побочный приятный эффект, то, что она контролирует уровень инсулина, то есть когда мы каждый раз кушаем, у нас взлетает инсулин очень сильно, и лучше кушать пореже, как говорится, чтобы инсулин, скачков таких пиков инсулиновых не было. Вот. И также в этом помогает Витграсс. В этих целях я его покупаю, четверть ложечки разбавляю просто водичкой и выпиваю раз в день. Этого достаточно. Далее купила порошок Молли Сац. Тоже, наверное, чуть ли не в каждой посылке в этом году. У меня есть. Дело в том, что на дачу отвезла, хотела с собой остатки домой забрать, но забыла. Благополучно на даче, может быть, останется на следующее лето, если не все выстирали. Была бы моя воля, я бы стирала вообще только таким порошком, потому что посмотрите на состав ингредиентов. По-моему, говорить просто слова будет излишне. Состав идеальный. Вот такая вот увесистая на 120 стирок. Там маленькая ложечка есть. Я не знаю, показывать, не показывать. Я уже 100 раз ее показывала. Давайте откроем. Очень приятный, свежий такой аромат мяты от него исходит. Очень такой мелкий порошочек. Ложечка небольшая. Такая вот синенькая. Люблю, обожаю, правда, машина моя новая сейчас, у меня новая стиральная машина уже почти месяц, и она берет в основном жидкое средство сама, то есть сейчас мы больше, конечно, используем жидкое средство, а вот это у нас будет в поездке, потому что обычно в поездках мы снимаем домики там старые стиральные машины, и лучше там использовать порошок, поэтому, да, беру с собой обычно порошок, и он не разольется по дороге, нужная вещь. Что у меня дальше? Очень много новинок сегодня. Поэтому все хочется достать, все посмотреть уже. USD Organic, что-то уже сертифицированное органическое. Это сладкий соус чили. Я его покупала для какого-то рецепта. В моей корзине лежало несколько месяцев, и я уже, честно, забыла, для какого рецепта его купила. Но чили у нас обычно долго не валяется. Очень любим все острое. Поэтому даже если я не вспомню, что за рецепт это был, я все равно... Но все равно мы его... Сточим очень быстро, скорее всего. Смотрите, пластик без BPA, то есть это в пластиковой упаковке, но безопасный, как для детишек использовать такой пластик в питании. Опять же, брала, потому что состав, не знаю, почему я в наряде не сказала, видно здесь, составы мне не понравились. Очень будет интересно попробовать этот соус. Потом расскажу. Если еще раз закажу, значит, рекомендую. Далее идем. Тоник с розовой водой от Heritage Store. Опять же, я проверяла составы, делала разбор на Инстаграме. Заходите, смотрите. Кадры я тоже приложу к этому видео. Что я там разбирала, что я там увидела такого. Состав просто идеальный. Обычно хочется нюхать такие средства. Видите, здесь пломба стоит. Я не знаю, скрывать его или не скрывать. Ну, вы, наверное, все знаете в основном, как пахнет розовая вода. Скорее всего, да, очень нежненький аромат. Даже через пломбу слегка... ощущается легкий аромат, очень приятный, поэтому скрывать не буду. Объем вот такой вот, вы поняли. Едем дальше. Это у нас открылась там в коробке розовая вода, я точно помню, я заказывала, где распрыскиватель. Видно, все тут весело ехало, все бултыхалось, все прям раскидалось по коробке. Очень нравится распрыскиватель.
Иногда мне достают просто различные тоники, где-то там спирт есть, то все там салициловая кислота. Иногда хочется просто чем-то чистеньким протереть свое лицо. И я для этого покупаю такую вот розовую воду. Levin Rose, когда-то Instant Natural покупали, Instant Natural, по-моему, сняли с продажи. Вот. А Levin Rose остался, и я уже покупаю его, не знаю, который раз. Довольно много я его заказывала и не перестаю заказывать. Видите, здесь пленочка, коробочка была снаружи. И ингредиенты 100% розовая вода. И ничего другого, никаких консервантов. И ничего здесь больше нет. Абсолютно чистый продукт. Далее у меня опять новинка. Делала я на него разбор. По-моему, делала я с ним разбор. Если да, то увидите на экране. Иногда мне память почему-то отказывает. Бумажечка еще лежала в коробочке. Очень такая красивая коробочка. Баночка красивая. Напоминает по своей форме. Уртекрам дневной крем напоминает, который у нас почему-то не продают больше. Вся просто пленка обтянутая. Ну и пленочка достаточно легко снимается. И красиво. Эффектно. Вот такой крем, наверное, я не буду дальше открывать. Вы все и так видите. Какого-то сильного аромата здесь не предполагается. Скорее всего, будет очень легкий запах. По крайней мере, ощущается пока из закрытой баночки. И вот его состав. Очень много ингредиентов, но никакого компромата здесь в помине нет. Нет, вот, но мыло они упаковали молодцы. Прям на пятерку хвалю. В принципе, оно твердое, там ничего не прольется. Единственное, что будет аромат. Если оно ароматное, то есть наличие пакета говорит о том, что, скорее всего, это мыло очень ароматное. Просто они его так запаковали. Не знаю, пахнет легко лавандой. Очень такое приятное, большое в руке. Вот такой состав ингредиентов. И со временем, давно делала разбор, уже больше года прошло. И со временем видно, что формулу они не меняли. То есть все остается безопасным. И давайте крупные удалю покупки с коробки. Заказала себе две упаковки зеленого ройбуша. В последнее время часто завариваю в термосе. Как раз где-то часа 4 он настаивается. И вообще тогда у него отличная консистенция, вкус. Он самый полезный, полезнее, чем ферментированный вот этот красный ройбуш. Вот, зеленый считается самым полезным. Пью его каждый день, помногу, больше, наверное, точно больше 2 литров выпиваю в день. И вот поэтому запаслась. До следующего года мне должно хватить. Далее, покупка, которую помялась что-то, я делала не один раз уже, и который долго пыталась достать, потому что не было ее в наличии. Конечно, появилась. Что-то мне все бутылки деформировали. Что с ними такое? Абсолютно все. Я на подарки заказывала вообще-то мужчинам. Шампунь мужской. Может, как-то они выправятся. Со временем постоят. Правда, до праздников еще есть время. Я надеюсь, что они выправятся. Ну, что это такое? Прям треугольничком. Обидно, очень обидно. Все из их состава. Потому что очень мне сложно последние годы найти мужское средство с хорошим составом. Обязательно какую-то бяку добавляют. И в этот раз я купила мужской гель для душа от Lavera. И там коксульфат оказался. Ну, не самое такое прям ужасное вещество, но все равно неприятное. И всегда в достаточно большом количестве. Все-таки я люблю какие-то более мягкие павы, натуральные. Да, и обработанные правильно. Поэтому да, вот это средство. Для меня сейчас остается номер один, и хороших мужских средств все меньше и меньше. Надо будет сделать, наверное, еще больше разборов, чтобы попробовать найти. Может, какие-то новые средства появились, я не замечаю. Avalon Organic. Сейчас пользуюсь молочком, который выглядит абсолютно так же, но это не молочко, это тоник. Терапия морщинок. Здесь шиповник нарисован с коэнзимом Q10. Коэнзим Q10 и шиповник. Опять же, состав. Выкладывала уже точно в Инстаграме я разборы тоников. Смотрите состав, сравнивайте и понимаете, почему я выбрала именно этот. Смотрите, как он пленками очень качественно весь защищен, обмотан. Сейчас мы защитную пленку будем снимать на ваши глаза и сделать это очень
Бывает не просто. Вот, но мы это сделали. И, в принципе, только пленкой держала. Но ничего не пролилось. Вот только гель для душа пролился, тоник не пролился. Сейчас я накапаю на коробку, очень боюсь. Наверное, не буду капать, брызну. Ну, очень нежненький аромат такой, приятный, как я люблю, в принципе. Мелько взглянула на состав, вроде бы здесь спирта нет и никакой салициловой кислоты нет. То есть это не какое-то ощущение пор, а просто восстановление pH для нормальной кожи после умывания. Дальше, что я вижу? Я думаю, что сегодня вечером Тоша и Соня будут очень счастливы, потому что, наконец, приехали их любимые рыбки. 4 упаковки я купила, как вы можете наблюдать. Это же их любимая омега для детей California Gold Nutrition. Если бы мои дети так сильно не любили расхлапывать зубами вот эти вот пузырьки, давайте открою. Пленка, а потом пломба. Хорошо запаковывают California Gold Nutrition, но ватки уже нет никакой. Что-то я вам все скучились. Это такие вот капсулы круглой формы California Gold Nutrition. Точно такие же, как Nordic Naturals, и размер, и форма, и вкус примерно одинаковые. По вкусу, наверное, вот, примерно как Nordic Naturals, очень ягодные, ароматные, но единственное, что здесь меньше будет вот этих полезных ненасыщенных, полиненасыщенных жирных кислот, EPA, DHA. Там, наверное, в Nordic Naturals, наверное, в 2 и более раз больше. Поэтому вот этих капсул я могу дать детям гораздо больше. Если Антону не нравились такие капсулы, когда ему было 2 года, то у меня была цель дать ему меньше капсул и больше полезных веществ, тогда я покупала ему Nordic Naturals. Но сейчас для меня, когда дети просто обожают эти капсулы, просят еще и еще, вот это мое спасение, которое сберегает наш семейный бюджет, потому что Nordic Naturals в такой ситуации было бы покупать очень расточительно, поэтому спасаемся California Gold Nutritions. Если здесь посмотреть, в 3 капсулах будет 81-54, чуть больше 100 мг EPA-DHA, то есть не 3 можно дать, я даю минимум 6, в принципе, если дать 12 или даже, не знаю, 18, я не думаю, что вы как-то переборщите с полезными кислотами, будет только польза. Дальше, это я тоже делала разбор состав на Инстаграме. Это масочка от Swiss. В прошлый раз я покупала Манука мед масочку, но ее сняли же с продажи сразу после того, как я ее купила. Больше не продают, зато до сих пор продажа вот это вот крембери. Покупая первый раз, не пробовала. Осветляет для всех типов кожи. Будет очень интересно попробовать. Коробочка была заклеена скотчем, все очень основательно. Здесь баночка, вот эта крышечка, как обычно у Swiss, она ходит ходуном. Никак она не приклеена, просто закрывает. Когда вы будете пользоваться, то вам будет очень удобно. Аромат просто потрясающий. Мне кажется, это любовь с первого взгляда. Первое впечатление прям бомбическое от этой масочки. Уже не терпится попробовать, я думаю, что сегодня я прям ее попробую. И совсем немного у нас осталось. Здесь одну обувь уберем, потому что мы же ее распаковали. Это у нас опять Avalon Organics. Опять вся бутылочка перетянута пленкой. Давайте пленку снимем, чтобы лучше было видно. Здесь, да, опять только пленка, как у тоника. А это у нас гель для душа. Опять же покупала из-за состава, уже публиковала. Публиковала этот разбор себе в Инстаграме, смотрите обязательно. С чем сравнивала, вы будете в шоке, если вы еще не в теме. Я обычно покупаю все самое безопасное, с самыми лучшими составами, натуральное, действенное, а не просто какие-то спецэффекты. Типа пропиленгликоля, который на самом деле портит кожу и не дает ей никакого на самом деле питания, просто косметический эффект. Здесь такого нет, я такое не покупаю, я покупаю только натуральное и безопасное. Дальше у нас опять мыло Desert Essence. Я делала разбор опять больше год назад, но так мыло это сама не пробовала, не покупала. Опять лаванда. Сегодня у меня много лаванды. И вот здесь ингредиенты идут. Все натуральное, ничего критичного здесь вы не найдете.
Далее у нас идет Insta Natural, делала разбор составов в Инстаграме, как вы поняли. И у меня было две сыворотки от Insta Natural. Да, я не сказала, что это сыворотка с витамином С. Сейчас как раз погода такая, нужно витамин С, гликолевую кислоту использовать сейчас спокойно. Вот эта сыворотка, она победила в этом разборе, а другая сыворотка от Insta Natural мне совсем не понравилась по составу. Поэтому, да, такая вот редкая сыворотка, которую я могу позволить себе купить. Не по финансам, а вот именно по составам, по их безопасности. Я люблю тратить деньги только на то, что действительно стоит этих денег. Вот эти дешманские составы, платить за бренды, это вообще не моя история. Видите, здесь все зафольгировано пластиковой фольгой такой. И вот посмотрите, она прям такая белая. Интересно. Очень интересная у нее структура. Прям у меня не было такой сыворотки, не терпится попробовать. И показываю вам редкий состав, который я бы купила для себя. Все здесь в порядке, ничего критичного нет, все в основном натуральное. И последняя лежит у нас в коробке, раздавленная коробка. Видно, порошок на ней полежал основательно. Это я купила от Sports Research, по-моему, это называлось Sports Research. Это моя новая скакалка. Я же худею. Мне уже больше 30 тысяч в ТикТоке. Буду тренироваться. Говорят, что 20 минут прыгания на скакалке — это как час бегать, что-то типа того. Поэтому, да, будем экономить время, будем прыгать дома на скакалке. И это у нас будет как час бега, 20 минут. Я надеюсь, что она регулируется как-то, по росту мне подойдет. Это была моя самая главная, было мое самое главное беспокойство. Как-то вот она здесь. Мне кажется, она регулируется. Конечно, я почитаю инструкцию еще и, наверное, уже в ТикТоке всем доложу, если что-то, какие-то открытия меня посетят. Я уже была собралась заканчивать это видео каким-то своим заключением, но поняла, что там еще что-то лежит в коробке. Да, это была зубная паста. Тоже очень давно делала разбор на зубную пасту. Вот это была победительница разбора, но до сих пор я так ее не покупала по каким-то причинам. Наконец-то я купила и решила попробовать с активированным углем. Как интересно, Hyper Biotics называется. С мятой, с ароматом мяты. Пломба здесь есть. Что? Наконец-то я ее купила. И что-то там внизу еще лежит, опять раздавилось. А это пилинг. Как раз я про то, что сейчас время для пилингов. Вот это, наверное, я не буду этим пользоваться. Потому что пилинг я обычно ватной палочкой наношу. Аккуратно, чтобы с пальцев кожа не слезала. Так, здесь было зафольгировано, но как-то хлипенько. Я очень ее легко открыла. Хлипенько зафольгировано. Еще пока не делала я именно разбор с этим пилингом. У меня был предыдущий разбор, на котором я намекала, что у этого пилинга хороший состав по сравнению с другими, но его в тот разбор я не включила. Надо будет это исправить сейчас или чуть-чуть попозже. Все-таки на разборы для Инстаграма у меня очень много времени уходит. Там и картинку надо сделать. Все вроде бы просто-просто, выглядит все просто, но на самом деле почему-то у меня уходит на это очень много времени. А мне осталось вас поблагодарить, что вместе со мной распаковывали эту огромную коробку. 22 позиции сегодня было, надеюсь, что вам понравилось, что было много интересной информации. Жду ваши комментарии, вопросы, лайки для этого видео, все что угодно будет приветствоваться. А с вами была Ирина, увидимся в следующем видео, всем пока!